величественнее. Я очень вами горжусь и хочу вас за это поблагодарить. Это и просто то, что предлагается теми вашими коллегами и друзьями, которые здесь вместе с вами находятся и предлагают свои идеи. И просто, и эффективно. Более того, вы знаете, мы создали совсем недавно такое агентство студенческих инициатив, и его генеральным директором по конкурсу стал Никитин, я даже забыл, Андрей Сергеевич, который здесь уже был дважды от нас. Я этого и не знал. Он победил по этому конкурсу по открытому. И когда мы с ним общались, говорит, а я вот на середине. Дважды уже был. И не просто был на середине, а когда был здесь первый, второй раз, нашел еще исполнителей своих идей. Что меня, честно говоря, особенно порадовало, потому что результаты сейчас вот я с одним из найденных им коллег разговаривал. Он говорит, я после того, как нашел здесь талантливых интересных ребят, отказался от использования голландских технологий, потому что то, что наши предлагают, и дешевле, и эффективнее, и лучше. Так вот, вы дешевле, вы лучше всех. Говоря, произносить каких-то длинных монологов, что у вас будет одобрять. И если это возможно, а мне обязательно сказали, что это возможно, мы могли бы так вживую с вами поговорить. Спасибо большое.